Всем привет, меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. И сегодня я хочу вам показать промежуточный результат одного из моих проектов. Почему он промежуточный? Потому что этот плед еще не довязан. Да да, это плед, а не ковер. Разложила его как ковер, чтобы вы могли лучше видеть рисунок. Немножко технических характеристик. Это мозаичное вязание крючком из центра. При этом это вязание из центра без ломки рисунка по диагоналям. Идея была в том, чтобы показать этот орнамент именно таким вложенным. То есть визуально кажется, что внутренний квадратный элемент вложен в квадратный элемент побольше, тот в еще больше. И поскольку тут еще есть некоторая продуманная игра цветом, то этот 3D-эффект усиливается. Этот плед не закончен, потому что будет еще одна внешняя полоса, довольно широкая, и там будет совсем другой, уже не такой геометрический рисунок, ну, в смысле, он будет тоже геометрический, но состоять из других элементов. Таким образом, он создаст как бы фоновый такой элемент, на котором будут располагаться вне все внутренние квадраты. Учитывая такую мною поставленную задачу, было важно вязать таким образом, чтобы рисунок по диагоналям не ломался. Удалось это благодаря угловому диагональному соединению. Я вяжу в угол три столбика без накида, у меня есть видео на канале на моем, вы можете посмотреть. Вяжу я его из пряжи Дундага, это 6,2, то есть толстый вариант этой пряжи. Крючок у меня 5,5. Несмотря на довольно толстую пряжу и крючок, плед получается довольно легким, меня абсолютно устраивает, ну и плюс Теплым. Размер у него сейчас 116 сантиметров по одной стороне, соответственно, я думаю, что где-то там метра полтора, а то и больше он точно будет. То есть им можно будет спокойно и укрываться, ну а если бы вязать из других материалов, то это получился бы внушительных размеров ковер. Что тут важно сказать а, про цвета? Дундуга, как вы знаете, как и Кауни, славится своими цветовыми переходами, поэтому в том числе я ее и выбрала для этого проекта, но а, здесь... Если приглядеться, то есть кажется сначала, что здесь нет никакого градиента и нет никаких переходов оттенков. И действительно, внешний квадрат, вот внешний квадратный элемент, вот эта полоса связана просто из серого и молочного цвета. Но внутренние элементы, для внутренних элементов была использована пряжа, вот так я себя ближе покажу, вы увидите. В ней есть переходы от светлого винного цвета к темно-бордовому и коричневому. Очень красивая пасма, вот здесь вот полоски такие прям светло-винные. Эту пасму у меня было их две штуки, поэтому я использовала их в центральной части, пока петель было еще не так много. Визуально получилось очень интересно. То, что полоски внутренние получились светлее, это случайность. То есть я никак это не подгадывала, но ну, видите, как Интересно, это выделило вот этот внутренний квадрат. Пряжу эту красную вот с красноватым оттенком. Я вот последние вот уже нити использовал по внешнему периметру сейчас. То есть вот эти две внешние полоски, они как раз такие темно-бордового цвета. Следующую полосу рисунка уже другого я буду вязать молочным цветом вместе с темно-темно-синим. Вот, посмотрим, что получится как раз эти пасмы должны мне скоро прийти, пока их еще нет. Думаю, что это очень интересный будет такой оттеняющий эффект. А сама схема несложная. То есть э, это вафельная мозаика, довольно крупные геометрические узоры. Я специально выбрала молочным цветом вязку именно этих узоров и на разном фоне. Как вы знаете, с секционно окрашенной пряжей, с градиентной пряжей можно пойти по двум путям либо градиентную пряжу пустить как фон и на ней вывязывать однотонный рисунок, либо наоборот. Вот в данном случае я на всем протяжении до пледа молочный оттенок выбрала как цвет для рисунка. То есть все элементы у меня вырисованы как бы этим молочным оттенком. И вот здесь этот молочный на фоне градиентном. Вот такая вот Работа. Схему вот к этому комбо-квадрату вы можете найти в моей платной подписке на бусти или в ВК-донат. Ну а когда я его закончу, уже схема, я думаю, будет общедоступна. Но если вам не терпится прямо сейчас приступить к работе, то, пожалуйста, подписывайтесь на ВК-донат или бусти. Ссылки вы найдете в описании. Спасибо большое. Буду вязать дальше. А вам тоже желаю приятного вязания и будьте здоровы.